Итак, представьтесь, пожалуйста. Отлично. А теперь как вас зовут? Меня зовут Настя. А отчество? Березенцева. Это фамилия. Отлично, Настя Березенцева. А папу как зовут? Кирилл. Значит, вы Настасья Кирилловна. Настасья Кирилловна. Отлично. Настя Кирилловна, скажите нам, пожалуйста, сегодня утром мы узнали, что нефть подорожала. Что вы об этом думаете? Давай я расскажу, что мы будем делать завтра. Давай. Мы завтра будем... поедем на танцы, и мы будем все делать вместе, и даже обезьянчики бегать туда-сюда. А в камеру посмотрите, пожалуйста, Настасья Кирилловна. Вот камера там у нас. Спасибо. Продолжайте. И мы убегать будем, кто будет нас догонять? Отличный вопрос. На этом мы закончим наше интервью.